Почти 7 тысяч гимназистов экстренно эвакуировали из школы. Учебная тревога вместо первого урока прозвучала сегодня в одной из гимназий города. За процессом наблюдала и наша съемочная группа. Перемены на свежем воздухе сегодня устроили сотрудники МЧС для ребят из 6-й Мурманской гимназии. Учебная тревога стала для школьников скорее веселой забавой, ведь вместо первого урока всех вывели на улицу. Есть время отвлечься от учебной скуки и с друзьями поболтать. Если что, мы могли убежать в случае опасности. А вам что без этого сказали? Ничего. Ничего не говорили. Ничего. Это надо, чтобы мы подготавливались, если будет настоящий пожар, чтобы мы делали это все быстро. Причем детей никто не предупреждал, что сегодняшний день для них станет таким необычным. Тревога внеплановая и приурочена к началу учебного года. Хотя все прошло гладко, оценки организаторов сдержанные. Удовлетворительно, потому что потом мы будем собираться, будем просматривать, что получилось, что не получилось. И вместе с коллективом отрабатывать действия. У нас в Мурманске, слава богу, не приходилось сталкиваться в реальности в данной ситуации. Все отрабатывается только теоретически и практически, ну, вводные различного характера. В реальности, слава богу, ни одного случая не представлялось. Подобное учение не редкость и проводится в каждой школе по 2 раза в год. Так что возможность безнаказанно выбежать на улицу во время уроков есть у каждого непоседы.